Ван Панчман. 202 глава. Извини, но я собираюсь победить. Плохие парни. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Стоило мне подумать, что миссия окончена, как эти штуки появились из ниоткуда. Может, мы слишком рано вызвали вертолет? Мы должны поторопиться и убраться отсюда! Мелкой сошке не удастся одолеть технику, призванную вселить страх в самого бога. Такой сильный. Пацан, он смог сбежать. Мгновенная регенерация. Я должен отвлечь его. В чем дело? Нападай! Ну уж нет. Беспокоишься об этой мухе? Не понимаю, о чем ты. Если сдвинешься еще хоть на дюйм, мой собрат прихлопнет ее своей океанской пушкой. Великий марш многоножки! Великая океаническая пушка! Ха-ха-ха-ха-ха! Жалкий дурак! Ну и где теперь твоя провода? Удары из серии серьезных. Серьезный удар. Что за? Чувак, я весь промок из-за этих брызгов. Занимайся этим где-нибудь еще. А? Зафиксирована аномальная океаническая активность. Держитесь! Не выходит! Нужно поднять судно на вершину волны! Главная турбина и штурвал вышли из строя! Мы потеряли контроль! Черт! Эй, там кто-то на палубе! Что? Не может быть! Тут не хватает места, чтобы поднять эту штуку. Так вот что чувствуешь, когда занимаешься серфингом. Она погибла. Это был какой-то технический катаклизм. Ах ты, сучий! Боевой дух! Драконий разгром! На, крепкая! Стальная бита? Ты! Охотник на героев! Снова решил встать у меня на пути? А? Получай! Сейчас не время. А ну стоять! Теперь ты выглядишь как реальный монстр. Наконец решил показать свою настоящую сущность? Черта с два, я дам тебе свалить! Отлично. Еще одна боль в заднице. Смотрите, океан растворился, и из-под земли вырвалась эта гигантская тварь. Не говоря уже о том огромном световом узоре. Да что здесь вообще происходит? Готовьтесь, букашки! Берегитесь! Проваливайте! Что
за херня происходит, а? Помогаешь сбежать вертолету и бьешь монстров, несмотря на то, что сам себя таким считаешь. Ты, похоже, стал даже нормальнее, чем был. Заткнись. Это был превосходный шанс позволить им рассказать всему миру о том, насколько я ужасен. Как бы то ни было, эта гигантская срань охотится за вертолетом. Пацан, которого вы, идиоты, спасаете, находится там. Мы должны выиграть для них время. Как насчет того, чтобы ты стал приманкой, а, герой? Это кем ты себя возомнил, чтобы помогать мной? Я не знаю, почему ты вдруг решил стать хорошим парнем, но хрена с два я объединюсь с монстром, напавшим на меня из-под тишка. И это из-за тебя я не смог прихлопнуть прошлую многоножку. Поэтому с этой я разберусь сам, так что катись к черту. Да я тебя размотал, когда еще был человеком. А ты тут выпендриваться решил? Спасение пацана должно быть твоим приоритетом, сраный эгоист. И ты называешь себя героем С-класса? Эй, раздражающие букашки! Заткнись! Взгляните, этот монстр напал на нашу репортерскую команду. Тем не менее, вертолету удалось спасти с места происшествия. Смогут ли герои С-класса одолеть это ужасное чудище? О, как пугающе. Мы можем только молиться за них. Ой-ой, если бы он охватился за вертолет, они бы не смогли сбежать. Но ведь вертолет не упал, не так ли? А-а? Я не чувствую от него убийственной ауры. Хозе, почему? Ну, полагаю, так и есть.